19-й сезон Беларусь Fashion Week подошел к концу. Позади 7 насыщенных дней, более 20 показов, инсталляций, мастер-классов. И сейчас мы покажем, как это было. Не переключайтесь. Заканчивается 19-й сезон. Да. Чем он был примечателен? В первую очередь, это мы стараемся менять мышление, скажем так, визуальных потребителей моды, зрителей, людей, которые наблюдают за проектом Беларусь Fashion Week. Это относиться к фэшн-показам как к развлечению, это неправильно. А Беларусь Fashion Week – это не только модный шоу. Беларусь Fashion Week – это в первую очередь про коммуникацию. Про коммуникацию всех людей, которые работают в сфере моды. Коммуникационная сила – это основная задача Беларусь Fashion Week. В течение этой недели мы даем возможность молодым дизайнерам встречаться с нашими спикерами, которые будут на эфире, иностранных гостей. Модникам, которые не посещают модные показы, но гуляют по городу Минску, попасть в фристайл-обзоры Беларусь Fashion Week. Мой акцент – это начало моего акцента на следующий сезон, потому что к 20-му сезону, к 10-му году Беларусь Fashion Week хочется выйти на такую финишную прямую, показать людям, что мода – это культура, мода – это образование, мода – это бизнес. И когда мы говорим про эти слова, мы говорим про телевизионные взаимоотношения всех субъектов в этой фэшн-индустрии. Поэтому нам очень важно, чтобы три основных акцента Беларусь Fashion Week расставились правильно. Это продажи, коммуникация, пиар, продвижение белорусских брендов. Это коммуникация, это образование и, конечно же, шоу. Для меня важно, чтобы модные показы не становились таким легкомысленным светским событием и никогда таким не стали, как коим сейчас становится. В барах, в музеях, в кафе. Нет, для меня Беларусь Fashion Week – это возможность для фотографа заработать на показах дизайнеров. Я вижу, как с каждым сезоном бренды не стесняются доносить основной свой посыл отзыв, что они создают одежду, которую хотят продать. Мы этим дизайнерам даем возможности коммуницировать с обществом, продвигать свой товар. Но самое главное – это продвигать для продажи. Фэшн-бизнес – это самое правильное, здоровое сочетание. Конечно, есть дизайнеры, которых мы поддерживаем как палата моды и софинансируем их показ. Есть дизайнеры, которым мы находим партнеров, согласно нашим проектам. Есть генеральные взаимодействия, которые относятся к деятельности палаты моды. Когда мы говорим про фэшн-вик как основное, когда мы про здоровое состояние Беларусь Fashion Week, как у любой недели моды, это коммуникационная платформа, чтобы привлечь внимание через деле к одежде дизайнеров.